Footages for this video were provided by our friends from Alex Stahlhelm channel. Follow the link below in the description for more captivating stories from the World War II digging. Вот, сними, снимай, снимай. Я снимаю, снимаю. Кобура. Вот тебе и раз. Вот тебе. Вот тебе и раз. Вот тебе и. Вот тебе и контент. Я говорю, здесь металла еще до хрена, блин. Приколись. Во. Тут где-то кожа еще была. Друзья, специалисты. Ну-ка подскажите, это Люгер или Вальта? Как вы думаете? Слышь? Может, его давай сразу ополоснем, чтобы более-менее был. Ты мне помоги, пожалуйста. Ах, как приятно. Как приятно в этом мире жить. Там где-то клеймо, вот сверху немножко там. Вот там, да, вот там с краешки. Вот там, да, вон они, по-моему, сильно внутри. Вот. Ну, еще вот здесь, вот еще чуть-чуть очко. Вот тут сверху пополосни эту крышку эту. А потом будем скрывать, блин. Друзья, это у нас, как сказать, ну что, что внутри? Интересно, интересно. Да, пока непонятно, что внутри. Не, вот год. Вот где мой пальчик. Вот сюда. Вот он, снизу пальца, видишь? Ну-ну-ну. Вот он. Ну да. Ну что, я за то, что это. Ну я П-38. И я Люгер. Ну. О, смотри, что это. Ну, это от ремешка, скорее всего. Ну тут же лежало, видишь? Внутри. Вот тут было. Ну что, истина? Да. Истина. Давай. Истина. Показывай ребятам. Во. О! А ну-ка поверни его в правильном варианте. Вот так. О, еще более-менее. Как камера. Вот так вот. Оп, оп, еще. О, надо будет сфотографировать. Да, ну ты так, как с девушкой обращаешься. Понемножко пожестче, резко. Цак-цак. Да, кобура, конечно. Быстренько. О, что там такое? А, вот. Это от этого, да, от кобуры. Ремешок. Да, да. Смотри, да. Полный. Патроны. Видишь? Обойма вся. Да. Не зря мы обойму нашли. А здесь тоже ушло. Вот здесь, да. О, видишь, как оно все. Ну так, по-быстричку, да. Не выстрелит. Нормально. Да, закоксовался он, конечно. Ну, хана, да. Да. Ну как его? Ну, вот. Такие, да, дела. Ствол, оп, видишь, скрыл, да. Каюк. Не, ну да. А что ты хотел? Он внизу как раз, да, был. Что ты хотел? Вот так вот, все. Ну так это, ручку еще немножко поцарапай и это самое. Пофотографируем еще. Там ремешок должен был одеваться. Тоже он. Да. Отгнил уже. Ну да, ну ты что, он же прямо у канала лежал, там же сырость постоянно. Представь, сколько? Тем более в коже, он в кобуре, он с кожей, мне кажется. Все ушло. Ну ничего, пойдет. Пойдет. Вот так вот. Ну все тогда, окей. Закругляемся. Да. А? Вон их сколько. Ну. А эти снизу были. Смотри, какие они, а. Во. Ну. Еще идеальные. Не, уже все крошится. Ну эти без планок. Там те с планками были. Эти без планок. Да они ушли все. Ты что, нафиг они нужны? Мне не нужны. Не-не, разломай, глянем, что внутри там, вот сюда замочи. Они, видишь, тут все закоксовалось. Во. Видишь, черная. Влага была. Ну, сохран хороший, смотри. Прикинь. Ты видишь? Угу. Вот здесь сохранище такое. В середине, да. Ну, мне уже все равно все уже. Да мне интересно, клейма какие, я гляну. Парочку гляну, сейчас по дороге клейма высохнут. Вот. Вот. Классно, да? Да.
смотрите, что откопалось. Опа. Хороша бутылочка, хороша. Друзья, обратите внимание. Опля. Красота. Вы что? Фу, аж руки дрожат. Пока добрался до нее, фу, даже не расколол. Вот это да. Вот это пузырь. Красавец, красавец. Ух. Да. Ну и что? Что же мы нашли среди вот этих вот хламных бутылок? Здесь даже видно, о, сколько еще напитка полная, тяжелая, наверное, 1,5 литра. С пробочкой даже, кстати, да, пробочка есть. Закрыто, все запечатано. О, красавец, смотри, какой он. Ты видал? Только что одной клепки не хватает, да? Есть, да? Отлично, друзья. Ну, день удался, о, блин. Вот это да, надо. Вот она. Ага, и все тут, это, ну-ну. Да. Вот это вещь. А у меня есть, короче, только вот фельдфебель. А ты же не фельдзендерми. Или нет? Не, только по частям, потому что я целую не находил. Я только вот части поломанные находил. О, отлично, видишь, какой гаджет. Класс. Друзья. Тут еще. Цепочку. Вот это у тебя будет. Находочка. Вот, смотрите, что творится. Деревянные накладки ушли. Ушли. А кусок железа остался. Вот. Тухлячок выскочил. Еще один, да? Еще один. Вот. Надо, забирай, он мне не нужен. В огород тебе не нужно это выковыривать эти сорняки.